супер, мне нравится. Ты блогер, я ваш фанат. Кислотничка. Новая крылышко. То, короче, копнули, там капец. И снова всем привет на канале УНБ. Раннее утро, еще никого нету на работе. Только мы с Жориком, да, крысу звать Жорик. Но это не единственный наш новый питомец. И наше приобретение. Морозит сегодня плюс 3, блин, с утра. А также я хочу вас познакомить с Стеллой. Стелла — это девочка. Девочка, ну, мужиковатая, мускулистая и просто бомбовая тетка. Вот она, Стелла с собственной персоной. Все вы ее знаете. Мучились мы тут с молдингами, да? То есть в том году ее красили. Да, это Chrysler 300C. И мы его выкупили. В принципе, можете поздравить нас уже в комментариях. Немножко попозже я чуть-чуть вам не покажу. Но, в принципе, я делал обзор. Но не по этой машине. 3.5 движок. Пробег там 190 почти тысяч. Такая неплохая машинка, мне нравится, мечта моя. Ну, а как я и говорил ранее, что мечты всегда сбываются, не надо мечтать. Ну, так вот получилось случайно, что человек ее продавал, и, ну, получилось так, что выгодно договорились, и мы ее приобрели. Ну, во-первых, нам нужно на проекты Global Car Service. Скоро уже начнется вся движуха, и нам надо будет часто ездить по всяким родам переговорам. То есть на калибре ездить как бы, ну, не особо хорошо, да? Это одно. И калибра уже ушаталась до такой степени, бампер там сколько раз уже побил, да? Ну и местами надо уже подкрашивать. То есть скоро загоним калибру на ремонт, будут видосы. А также по этой машине тоже будет немало видосов, потому что хотим ее приготовить к зиме, как обработать. Ну, не ее, а вообще машину. Об этом и будут видосы, я думаю, очень полезные, потому что тема нужна. Потолок. Потолок там упал на голову и имеет вид подвесного потолка. То есть та же история была, что и в калибре. А почему так случилось? Там алькантара. И алькантару получилась дешевая такая алькантара. И на нее она самоклеющая. И эту самоклеющую алькантару очень умные решили приклеить на клей. В принципе, как мы тоже были очень умные. Мы еще намазали клеем, а хуже не будет. Клей не подружился с клеем на алькантаре. И просто-напросто все это дело отвалилось. Ну, будем делать, не знаю. Может быть, Сергей приедет, сделает с Твери. Может быть, посмотрим. Потому что там еще по электрике есть небольшие вопросы. Предохранитель один замыкает на освещение часиков там, и багажник открывается. Вот надо посмотреть, где он замыкает. Так что, ребята, если у вас есть толковый электрик, который сможет разобраться, где обрыв или где замыкание, пожалуйста, пишите в ВКонтакте. И я думаю, мы поможем друг другу чем-то. Едем с Кристиной. Посылочку получили. Едем за мясом. Да? Заедать покупочку. Да, заедать покупочку. Вот такой автомобильчик. Позже мы с вами покажем. А, здесь прикол. Где у нас тут? Телевизор. Вся фигня. Кого мы видим? Знаменитый блогер, я ваш фанат. А дядя Саша нам тут фенечки. У нас есть друзья Отрикс. И нам подогнали вот такую. Блин, там у меня полный багажник материала. Это будет испытание. Очень классное. А испытание чего? Этих? Смывок. Смывок, краски. Решили проверить, какая краска лучше работает. И там какая есть что рассказать. Да. Какая смывка лучше работает. Босс.
справиться. Ну, у нас ребята приехали. Ну, моешь потеля. Да? Первый день обучения. Да, первый день обучения. То есть делают бампера. Ну, появят. Даже инвалид есть вот. Да. Да. Герой, герой. Да? Здесь травму получил. Здесь травму получил. Да, сейчас скажет, это ОНБ, они болгарку и без кожуха точили, наверное. Травма сразу же, это самое, изобразовали. Да, без респиратора. Из шпатли сделали пацану, блин, гипс. Ланька, а Кристинка у нас там... Кристинка у нас там дубасит. Дубасишь, Кристинка? Молодец. Кислотничка. Новое крылышко. То, короче, копнули, там капец. Сейчас кислотничком пройдем. Обратите внимание, как лег грунт. Просто шикарно. Это грунт Volvic. 4:1. Блин, вообще, мне понравилось. Здесь тоже загрунтована деталь, причем грунт не жидко клали, но, блин, растянулся он капец как. Ссылочку на сайт оставлю в описании под видео. В принципе, материалы все, которые вам нужны будут для покраски, все вы найдете в линейке Volvic. И ждем, будет видосик скоро. Не буду показывать. 1, 2, 3, 4 вида смывки у нас. Из них есть одна просто бомбовая, не реклама, у нас ее в продаже нету. Ну и также вместе с ними, конечно, испытаем такое, которое мне не нравится больше всех материалов, это боди. Ну, сказать, что смывка не работает у них, работает, но, блин, 4 раза мы, да, мазали, блин, капот, чтобы смыть. Посмотрим. А одна смывка здесь такая бомбовая, говорят, что она прям отлетает все нафиг. Посмотрим. В следующем видео, наверное, сделаем, да? Или посмотрим. Ну, это будет в ближайшем видео. Хотел диск попробовать взять с видосиком. Эту фигню проверить. Здесь плохо нету на магнитоле флешка, куда вставляется. Короче, я купил модулятор, поставил его сюда. Хотел показать вот эту фигню. Работает вот эта фигня, только надо, блин, диск. Здесь я понял, на колонке. Кто знает, напишите в комментариях, что за выхода. Или на колонке, или на наушники, блин. Ну, прикольная штука, короче. Детям удобно, так поехал в деревню, включил детям мультики, пусть смотрят. Блин, мне понравилась вот эта фигня, вот эта кнопочка. То есть педали мы можем регулировать, как нам удобно. Выше, ниже. Блин, вообще фишка, не знал, что такая есть. Ну, руль выше, ниже, понятно. Это круиз-контроль, блин. Подогрев сидений, подвесной потолок. Не, супер-супер, мне нравится. И нравится то, что музон здесь нормальный. Бостон, 11 колонок. Качает, конечно, что сабвуфера не надо. Ланька, потом как-нибудь сделаем обзорчик. Плюс большой, что мы знаем эту машину. Мы ее видели, мы ее делали. Знаем все, что у ней есть. То есть, и поэтому как бы и взяли. То есть сами красили, год машина уже проездила на нашей покраске, и я думаю, еще проедет, если что, покрасим. В принципе, разбираем мы ее на ура уже. Анатолий изучает. Прочитали на всех 4 составах, все 4 состава вызывают, ну это вот смывка, что будет, вызывают раздражение слизистой, ну, всякую химию. Да. Как обычная химия. И только на боди написано, что вызывает рак. Так что, ну, это повод задуматься. А рак вызывает присутствие толуола. И в шпатлевке она тоже там есть. Что-то мы с Толяном подумали. Думаем, что у нас стоит на Мичигане-то гараж без дела, да, Анатолий? Конечно. И думаем, возможно, если будет кто-то аккуратный, то мы сдадим ему гараж, но
по договору сразу, то есть как приняли, так и сдали. Ну, ОНБ без шашлыка не бывает. Сейчас будем. Да, ребята, вот многие говорят, ой, большие куски не пропекутся. Когда большие куски, когда они на сетке плотно друг к другу, они получаются очень сочные и мягкие. Я даже в свое время занимался шашлыками, ну, правда, на шампурах. И когда на шампурах готовят, то тоже надо плотно друг к другу. Чем больше кусок, да, короче, сыр не бывает. Решетка очень хиленькая, блин, 3 килограмма мяса. А не надо, нет, Толик, оно же не капает жир. Так что, если есть желающие, аккуратные люди, пожалуйста, можем предоставить наш Мичиган за энную плату. Не, он меня, не меня, кого он составляет? Коля? Да. Коля шифруется? Не, монетику. Красота! А, блин, а где чили был? Вот так вот сделаем такой праздничный обедик, чтобы машина ходила долго. Ладно, на сегодня все. Здоровья всем крепкого, настроения бодрого, добра и бабла.